Привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня у нас нереально крутая игра! Плачущий малыш! Плачущий малыш, ребята! Игруха от той же фирмы, что и была у нас предыдущее видео. А предыдущее видео было у нас. Какая? Холодильник! Холодильник! Веселый! Нереально веселый! Итак, ребятки, в чем заключается игра? Так, ну он у нас не знаю. Совсем плачущий, он еще и как бы что-то сплевывающий. Смотрите, ребята, что он тут делает. Он вообще творит страшные вещи. Ну, мамы все знают, как это бывает, да? Ну и сейчас узнают, наши маленькие дети. Малыш на вообще упаковке малыш выглядит как-то устрашающе. Ну, сейчас посмотрим. Да, он, кстати, страшнючий, я не знаю. И не располагающий к себе. Потому что он плачущий. Подожди. А ну. Так, ребята, проблема! Мама не может открыть. Нет проблем. Есть. Все. Вот малыш. Давай! Подожди, ага. А, нет, давай, типа. Вот и он. Инструкция. Так, давай инструкцию, мам. И все. Давай инструкцию. Так, инструкция здесь, как всегда. Ничего интересного. Вы только посмотрите на малыша. Ребята, посмотрите, ребята. Сейчас мы все покажем. Ага, он брызгается водой, да? Я думаю, да. Так, здесь ничего нету, только вот это вот сзади. А, унитаз был, кстати, да. Держи, мама. Ну. Итак, малыша... Ребята, он нереально страшный. Жутковат. Он не то слово. Кнопочка у него, да? Здесь мы набираем водички. Сюда сейчас мы ставим батарейки. Здесь он будет у нас, я так понимаю... Кричать отсюда, здесь кнопочка включить-выключить, и отсюда он должен... Я сначала думал, что он будет плакать, но походу он будет на нас плеваться. Брызгать. Итак, ребятки, сейчас вставляем батареечки. Читаем инструкцию. И возвращаемся к вам. Итак, ребятки, мама, правила. Ребята, во-первых, это не просто так вам, это Вовик. Это Вовик, ребята. Итак, Вовика наполнили водой. Да. Задача заключается в чем? Включаем Вовика, давай, мама, я покажу. Сзади у нас есть кнопка. Да. Здесь есть красная огромная кнопка, вот она. Сзади. Да. Когда Вовик начинает плакать, его берет на ручки, например, самый младший игрок, который начинает. Да. Степан, например. Он начинает плакать, и Степаша жмет на ту кнопочку. Сзади на крышу. До тех пор, пока он не отрыгнет и не засмеется. Да. Когда он так сделает, Степаха передает... очередь другому игроку. Нет, то есть вот он начал смеяться, мы друг другу его передаем. Да. И так, пока он на кого-то не плюнет. Не совсем так. А как? А вот так. Смотри, мы передаем его друг другу, он смеется. То есть мы его довели до состояния смеха, он смеется. Мы его друг другу передаем, у кого он снова в руках заплачет, тот снова начинает помогать ему отрыгнуть. Ну да, ну так. И, но... суть такова, что пока мы нажимаем на эту кнопку, он может обрызгать нас водой. Это не каждый раз, но если он обрызгивает игрока водой в это время, значит он проигрывает. То есть как бы выбывает из игры. Ну как бы так, но у нас немного игроков, поэтому будем считать, сколько кого он обольет. До трех побед. До трех. Амелия, куда ты уходишь? Давай с нами. Амелия хочет удалиться. Давай с нами, Степаха. Мама, включай. Итак. Включай. Мама, Степан, включай. Ты будешь? И Амелия машинками у нас играет. Я? Ну давай. Я ручка. Подожди, включила я или нет? Да, там в сторону. Нажимай на кнопочку. Нет, не включила. Вот так. На красную кнопочку. А ну, пробуй. Сзади. О! Плачет. Не спеши. Слышите, ребята, как он плачет? Давай, Степашка. И нажимай. Нажимай, не бойся. О! Он смеется. Теперь Амелия. Нажимай. Не, мама, поверни так боком, чтобы нам тоже было видно. Ну что ж ты на Амелию? Не так. Вот так. Ой, мама. Как ты хочешь? Ну вот так. Ты хочешь вот так? Вот так. Давай. Вот так. И на Амелию. Ну не так быстро, даже...
Амелия, Амелия проиграла эту партию. А вы видели? Вы видели, как Вовик? А вы слышали звук? Слышали звук? Он пистолет достает. Давай, мама, ты. Давай на себя. Итак, ребятки, Амелия не признала. Малыша, он показался ей. Да, сильно страшным. Реально страшный. Поэтому мама... Кстати, зовут Вовик. Вовик. Мы уже так говорили вроде. Так было в инструкции. Вроде. Ну это, да. Это не мы придумали. Это было уже тогда. Это было в инструкции. Итак, ребятки, что делаем? Делаем. Игру. Степаша начинает первый. Поехали. Так. Да. Еще ближе к себе, Степаха. Вот так. Плачет. Нажимай. Давай. Не-не, не спеши. Да? Пускай плачет. Зачем ты его там? Должен заставить его. О. Он стрельнул. И улыбается. Теперь мама. Так. О, как плачет, слушай. Ну дай поплакать ему немного. На себя поверни, мама. Я же на себя держу, я уже побаюсь. Так. Итак, ребятки. Товарищи, ребята. Ребята, будем играть до трех, как правильно назвать? Поражений или как? Нет, до трех плевков. Кто получит три плевка, мама уже один получила. Ну, смысла утираться нет, это обычная вода. Нету, обычная вода, ребята. Степаха, бери. Степан, давай. Давай. Так. Ближе к себе. Ближе к себе. Еще. Еще ближе. Вот так. И на себя немного. Поверни на себя голову. Да. Мам, помоги ему. Вот так, вот так. Давай, 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 давай. Нажимай, нажимай. Нажимай. Вот так. Вот так. Не вынес. У меня себе подозрение есть. Что... О! Где? Ребята, это значит, что... Что он будет сейчас снова это делать на меня? Ближе к себе, мама. Вот так. Только на себя поворачивай. А я... Подожди. Ух, мама. Ребята, давай, Степаха. Так. Не, ближе. Себе, мама, помоги себе, Степаке. Так, Патрик пришел к нам. Вот так, ближе немного к себе, ближе. Еще ближе, ручки ближе, согни. Так. Вот так. Ну, нажимай. Так, Степан, ты уже так... Успокойся. Патрик, берегись! Будешь подальше от тебя. Итак, сядь нормально, Степаха, что ты уже боишься? Правила такие, что нельзя сопротивляться этому всему. Папа! Второй раз. Второй раз. Второй раз. Да, мне очень смешно. Давай, Степаха. Ну все. Так, ближе к себе. Ручки скинаем. О, давай. Патрик, хочешь? Не, ну Степаха, тут не бойся, я думаю, что он сразу не выстрелит. Хотя... Нет. Патрик! О, Патрик с нами что, заиграет. Нет, мне кажется, что сейчас... Нет, наверное, да? И снова будет... Мама, вытрись, ну ты же... Вся в воде. Водные процедуры. Так, успокойся, плакать уже хватит. Не так быстро. Ты вот сейчас... Третий раз, ребята! Степаха, ноль. Он стреляет так, как с водного пистолета. Пистолета, ну? Это настоящий Вовик. Итак, ребятки, решили... Амелия к нам не подключилась. Испугалась, реально, ребята, страшно, как испугалась. Вот даже еще плакать не начнет. Мы показываем, она уже плачет. Реально, он страшный. Три года, это еще рано. Это еще рано. Но, так как мы всегда решили сыграть контрольную партию. Нам очень понравилось, да, ребята, нам серьезно. Мы еще. Ну, папе, конечно, без разницы, потому что папа тут не мокнет. А мама со Степахой хотят еще раз попробовать сыграть. Мама пытается Вовик, отыграться. Вперед. Вовик вперед. Плачет, плачет. Плачет? Ну, конечно. На себя, мама, давай ближе. Ближе к себе. Вовик. Вперед, так, ближе к маме и подвинься. Подожди, не нажимай еще на кнопку. Вот, а. Вот, молодец. И вниз не опускать. Мама, смотри, чтобы он вниз не опускал. Я этот. Смотрю. Это читер. Не бойся, это же вода. Смотри, даже Патрик не боится. Это обычная вода.
Так, я чувствую, сейчас я возьму на себя снова удар. А ну-ка. Да, и он так льет, как из ведра. Хорошо, маманя, твоя очередь. Обрызгай маму. Плачем. А почему ты на меня направила? Потому что... Все, смеется. Давай, Степаха, твоя очередь. Ближе, Степаха, мама, ближе. Себе, еще сюда, ближе. Вот так. Все видели. Вот так. Вот так и держи. Это обычная вода. Ребята, смотрите, как, вода. Как Патрик смотрит. Комнатная температура. Элла, ты посмотри, у нас Патрик заменил Амелию. Да. Глянь, он не боится. Да? Знаешь, Патрик уже ничего не боится. Он уже столько видел. Повезло. Так, спасибо. Ну что ж. Ближе, финальный, мама, к себе. Заслужи. Фото. Финальный заслужи, аккорд. Мама, заслужи. Нет, он смеется, да? Да. А нет, снова плачет. Ну да, теперь Степану передам. А, Степан, на. Фу. Ох, я чувствую, Степаха ближе. Степан уже ближе, он вовсю приготовился. Так, смотри, глаза ему. Не закрывай глаза, что закрываешь? Глаза, жми. Степан, видишь, он выдержал так стойко. Паузу. Ну что? Давай, мама. Еще раз. Ну, два раза, Степан. Да? Ну, тебе вот, пока маму не обращает. На себя, ближе к себе. Так. О, смеется. Опа, смеется. Давай, Степаха. Не везет. Да. Так. Степан уже, видишь, он уже закалился. Так, еще. Жмем. Так, улыбайся уже, давай маму обольем. А он не хочет, видишь? Ну? Он хочет облить Степана. Да! Че там? Давай дальше, поехали. На. Мама. Так, три раза уже Степаха вроде как проиграл. И да. Давайте так. До двух. Это уже контрольный будет. Не будем сначала начинать, а вот поедем дальше. Да. Все, контрольный. Кто выиграет? Поехали. На себя, мама, что ты там? Ближе к себе. Так, ты хочешь уже меня прям притыкнуть? Я хочу, чтобы наши друзья видели, а то ты забираешь, не видно. Он смеется. Смеется, давай, Степаха. А ты... Ближе к себе, Степан. Ближе. Нажимай. Я чувствую, Степану не повезет. Походу, знаешь, тот, кто начинает, ему как-то везет. Ребята, не фартовый день Степана сегодня. Ребята, реально не фартовый день. Ну, подожди, у меня тоже был не ну было, ну было, это у него уже четыре подряд, Элла, четыре подряд. Давай. Давай. Еще раз, Степаха. И ты вылетаешь. Смеется. Ближе, Степан. Степан, ты хотел в аквапарк? Вот и сегодня у тебя есть шанс там побывать. Это практически. Мне кажется, знаешь, когда больше игроков, тогда интрига, походу, больше, да? Надо собрать просто больше ребят, да? И тогда будет... Мама рассказала! Интрига нарастает! Дай уже заслушать. Ближе, мама, ближе. Нам не видно, вот так. Все, мне посмотрим. Степаха. Степан, я... Ждала, если честно, ждала, что сейчас будет убивать меня. На! Поворачивайте его к нам, этого чуда. Как его зовут? Техники, Вовик. Вовика. Ребята, скажу вам так, игра зачет на лето. Это то, что надо. Да, в принципе, и сейчас.
сейчас нормально, правда? Да, классно. Не, ну сейчас, ну, летом на улице, ну, летом с друзьями. Правда? Да, очень бы было круто. Серьезно. Сейчас зима. Сейчас зима, холодно. Сейчас только дома можно, да, так поиграть с мамой. Да. Ребята, ставлю этой игре, ну, скажу так. Не для маленьких, да, мам? Не. Реально страшный. Страшный, ну, реально голик. Страшный. Голик какой-то вот. Реально голик. Нереально страшный. 5-6 лет. Я думаю, что так, чтобы понимал, что это просто неудачный манекен. Художник пошутил. Разработчик игр. Ну, мне, ну ладно, представь. А так, ну, ну, а так игруха прикольная. Чем-то похожа на тот унитаз. Мне понравилось. Да? Чтобы, да, ребята, да, посмотрите, да, обязательно у нас есть. Да. Еще унитаз. Это жестче. Потом, да, унитаз не так сильно уже забрызгал. Ну, тоже нормально. Да, тоже нормально. Да. А кит, а помнишь кита? О, еще кит был. Ой, кит был тоже прикольный. Сколько уже этих игр было. Игр было, ого-го. Итак, ребята, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч, ребята, пока!